И снова здравствуйте. Это видео из магазина «Орхидея». Поздравляю всех любителей орхидей с весенними завозами. Завозы начались. Все происходит очень шумно и сумбурно, поэтому такое видео. Ну вот, появились бабочки. Ну, бабочки такие размера мультифлорки, и вот она не очень как бы качество. Одна такая зелененькая. Вот еще. Вот я посмотрела внимательно, строго говоря, это не бабочки. Защипчиков как таковых нет, только разрисованы под защипчики. В магазине очень шумно, много покупателей, оптовиков, поэтому я, наверное, уберу звук. Ну вот, посмотрите, мне кажется, что защипчиков нет. Ну, вот, мокренькие, прекрасные листики. Ну, она не ароматит, но, возможно, пока в магазине. Вот очень красивая орхидейка, но у ней тоже нет защипчиков. Очень красивая. Размер мультифлоры. Какие листья. Я специально показываю. Обожаю такие листья. Даже без цветения такие орхидеи прекрасные. Вот я сняла поближе. Посмотрите, защипчиков нет, но вся форма, лепесточки вот в точь-точь как бабочки. Это я ставлю на место, показываю это поле фиолетовое. А вот такой дендробиум, я так понимаю. К сожалению, я не помню его название. Как-то я покупала осенью оценки такие. Вот они снова приехали, что здесь камбрюшка. Вернее, это не камбрюшка, опять я оговорилась. Очень красивая, очень пятнистая, розовая. Вот это камбрия, рыжик. Стоят, к сожалению, высоко, неудобно показывать и снимать. Вот зигопиталу с голубенькой губой. Сейчас подберемся поближе. Растений много опять в магазине. Много покупателей. Вот дикий кот. Оптовые покупатели. Все это сопровождается шумом, переговорами. Как бы. Тут же идет упаковка орхидей. Большие коробки разбирают по магазинам. Ну, белые прекрасны всегда. Есть башмачки, по-моему, уже здесь мы их видели. Вот. Ну, я надеялась здесь увидеть Пиноккио. Вот еще стоят мультифлоры. Пиноккио я не увидела. Но это не первый день завоза. Я приехала на следующий. Поскольку... Ну, вот эта бабочка. Поскольку неожиданно. Во вторник бывает завоз только в одном магазине. А оказалось, что был во всех трех. Вот еще мультифлоры. Белые тоже очень красивые. Вот, мне нравится. А, это немножко не такая. Вот розовые с оранжевой губой. Очень красиво смотрится. Но это просто венозники. А вот, посмотрите, новая форма посадки орхидей. Мне показала продавец. Сейчас и я вам покажу. Люстра
называется. Смотрите, вот там у нее крючочек, за который можно подвешивать. И вот растение растет вниз цветами. В принципе, удобно. Можно даже опрыскивать. Ну, я впервые это вижу. Ну, интересный способ посадки. Пронтера. Биглип. Чисто розовый. Очень красивый. Яркий. Ну, орхидеи все красивые. Не устаю это повторять. Вот она, вот. Розовая с оранжевой губой. Мультифлора. Мне очень она понравилась. Это немножко другая. Вот такие. Вот такое море орхидей. Снова возвращаются времена, когда мы сможем любоваться орхидеями в больших количествах. Вот очень интересная мультифлора. Она и не белая, и не желтая. Вот, а я показывала, что ж я ее не достала посмотреть. Странно, но когда смотришь через камеру, вот не все замечаешь, если честно. Сама смотрю, удивляюсь. Вот оливкового цвета, даже больше с зеленью, с имбидиум. Скажу по секрету, мой такой оливковый выпускает цветоносы. А белый айс-каскад уже нарастил бутоны, и вот-вот. Скоро буду показывать, как только распустятся цветочки. Леодора. Леодора есть вот. Ну, я обычно, когда беру орхидеи, тогда рассматриваю корешки, там все, розеточки. Ну, сейчас просто показываю то, что есть в наличии. Ну, неплохие, можно выбрать. Такая камбрия. Орхидеи сейчас стоят в перемешку с простыми растениями. Я вот так кусочками там увидела, там увидела. А вот там малышечка интересная. Вот так кусочками показываю по всем углам. Белая с веснушками. Мультифлор много. Хотя вот где-то, ну не где-то, а в магазине я слышала, что уже заявки нету, что мини-мультифлоры больше не будет. Ну, это пока большое количество мультифлор. Ну, вот это отдельно стоит, наверное, это уже все куплено. Ну, покажу. Пока не прогоняют, покажу для того, чтобы знать, что тут было, что привозят. Конечно, наверное, в большинстве девочки работают на оптовиков. Ну, это как бы и выгодно, и хорошо. Мы уже по одной штучке покупаем. Это вот Ванда. Очень красивая. Вся кудрявая, голубая. Покупаем по одной-две штучки. Конечно, им не так это выгодно. Цимбидиумы. Вот еще зеленый с белой губой. Вот розовый. На самом деле цимбидиум еще много. И у меня просто глаза разбегаются. Вот, попросили еще купить. Я просто теряюсь в них. Они все красивые. Один лучше другого. Очень трудно выбрать. Вот здесь на столе вот голубая блю. Вот крапушка замечательная.
Очень красивая, белая. Ну вот 1200, если не ошибаюсь. Тут не слышно, как мне ответила продавец. Ну вот на наборы из трех орхидей. Очень подарочные, красивые композиции. Коты, дикий котик. А, вот такая очень такая насыщенного цвета. Чем-то похожа на леодору, на легата. Но не оно. Мне даже говорили его название. Мне нужно записывать на бумажку, да? Ну вот, показываю сорта лилии. Да, они прочные. Ну, красивые. Меня попросили. 69 рублей, но там одна штучка. Вот одну я посмотрела, вижу, да. Все не смотрела одну, вот такую я покупала. Сейчас я, наверное, вот так подальше отойду, чтобы все поместились. А также гладиолусы вот попросили меня показать, что есть. Ну, показывали название заранее. Может пригодиться кому-то или мне же. Такие гладиолусы, две штуки. Что по 80, что 85. Ну, такие симпатичные. Лилии не вижу. Но видно, что здесь, конечно, очень маленькие выкопки. Там по 95, но они были прям, вы увидели, да, крупные. А мне Света пишет, говорит, Ира, а там такой... Это следующий магазин. Магазин горшечные растения. Тут тоже завоз. Ну, как мне сказали, еще не праздничный. Праздничный поедем завтра. Постараюсь заснять более, как бы, ну, спокойно, что ли. Здесь тоже много людей, шум, ажиотаж. Магазин здесь намного меньше, поэтому тесно. Иногда съемка прямо, честно скажу, никакая. Вот котлейка. Котлейка замечательного цвета и формы. Вот прям лососевая с малиновой губой. Очень красивая. Хозяйка этого магазина Татьяна даже делает видео уже с комментариями. Я хотела вставить как бы вот сюда, но, к сожалению, YouTube не берет такой формат, как Таня снимает. Поэтому не получилось у меня. Поэтому оставляю вот эту свою съемку такую корявую, потому что все бочком ходим, людей много, вот проходы узкие, еще разговариваем с Татьяной. Ну вот так получилось немного видео. Не очень, но завтра я исправлюсь, все сниму красиво и хорошо. Ну, тут можно просмотреть просто объем цветов, какой завозят в этот маленький магазинчик. Объем просто как бы впечатляет. Я тут повырезала, если честно. Уже оставила такое. Но это тоже можно было вырезать. Простите меня за эти кадры. Мы разговариваем. Вот так вот получилось. Да. Очень неудобно. Вот только озвучиваю. Ну, вроде кусками просматриваешь, более-менее нормально. Ну, вот получилось вот так, такое видео. Обещаю завтра исправиться. Цимбидиумы. Фаленопсисы. Ну, в основном светлые. Дендрофаленопсисы. Вот очень красивые там. Там кусочек отрезал. Вот показываю первоцветы. Ирисы, мускарики, крокусы. Меня попросили, поэтому я вот упорно это снимаю.
и показываю. Вот такие ирисы. Ну, честно говоря, когда я такие покупала, у меня были другое название. Я покупала луковки, Алида. Ну, у меня была Ирида, по-моему, название. Также есть вандочки у них. Говорит, хочу басушки, так они... Вандочки двухцветные, одноцветные, как обычно. Но цена немного дороже, чем в прошлом году, 1200. Или 1500, простите, не помню. Тут вот звуки есть, но я звук убираю, потому что очень шумно. Ну, завтра уточним. Да, еще хочу сказать... Тем, кто любит высокохудожественные такие постановочные видео, это не про меня. Да, я вот снимаю прямо чуть ли не бегом среди толпы народа, там где-то залез, где-то вылез, где-то руку протянул, потому что это завоз. Это еще даже не разложены как следует, не расставлены, вот только что из коробок достали. И они все таким... Стоят все в перемешку, ну и мы между ними ходим, перешагиваем, перепрыгиваем. Поэтому вот качество такое съемки. Ну, кому такой формат как бы совсем, вот там пишут, что смотреть невозможно. Ну, что я могу сделать, девочки? Ну, не смотрите, конечно, не мучайте себя и меня комментариями, потому что просят и говорят, что ждут видео, что... Самое важное, это посмотреть, что есть на самом деле. Чтобы, ну, это, конечно, для жителей Краснодара и близлежащих поселений. Потому что есть возможность приехать именно в этот магазин, уже рассмотреть хорошо все и выбрать себе. Ну, а так, наверное, неинтересно смотреть жителям других городов. Ну, и смотрят люди, спасибо говорят, поэтому... Тиланси, очень большой выбор тиланси. Ну, вот у меня, к сожалению, за зиму только вот эти вот розовые такие ежечки остались. Другие виды. А вот как смотрите, интересно, в раковину упакованы. Не знаю. Вот эти вот ежики у меня выжили. Но я их, правда, в баночку на этот раз поместила. Ну, в прошлом году они в корзиночке у меня висели на окне. Ну, вот остальные виды, вот венички, щеточки такие, они погибли, к сожалению. Хоть замачивала их, хоть не замачивала, хоть сушила, все равно им все не нравится зимой в комнате. Вот, очень интересная, такая пестрая. Ну, из всего нашла вот такую интересную, из всего розово-белого великолепия. Вот одна такая выделяется. Цветов очень много. Вот сейчас я смотрю, там похоже на бабочку. Но бабочек никто пока не нашел. Это следующий магазин, который расположен там недалеко. Тоже на оптовом рынке. Магазин «Акация». Ну, тут уже затишье, похоже, здесь все выбрали самое интересное. Потому что здесь вот белые, розовые. Ну и как бы все. Вот желтая нашлась. Красотулечка. Ну, что-то особенного я не увидела здесь, не нашла. Пыталась рассмотреть все. Ну, цены выше в этом году, да, сразу вот. Ну, это, конечно, не праздничный еще завоз, но уже как бы к празднику, поэтому, наверное, цены такие праздничные. Вот там фронтерка. Фронтер много в каждом магазине я встречала, который объезжала. То есть, ну, на следующей неделе обещают уже
первые праздничные завозы. Кстати, мне написали, что Бобби наш уже поступил. Поступила первая партия, я так понимаю. Говорят, не столь много, как на праздник, но уже много. Так что завтра и Бобби заеду, я посмотрю, что там. Ну, цветов много. Но нам, кроме орхидей, ничего не нужно практически. Но вот люди покупают, выбирают. Хотя и мы тоже иногда удержаться не можем, покупаем. Кроме орхидей тоже. Вот тоже первоцветы. Вот эти ирисы мини. У меня на улице в вазоне такие отлично зимуют и цветут. Но пока только крокусы. Такие пока еще. Ну, показались, но без бутонов. Еще только листики показались. Розы. Ну, букетики вот вполне. И цены приемлемые. Нашла еще одну коробочку на полу с орхидеями. Смотрим здесь. Ну, вот такие обзоры, первоцветы. На выходе уже вот мускарики. Всем спасибо. До свидания.